Держи, держи, помогай. Дедушка, а почему Стефанина плачет? От радости. Она же домой вернулась. Дедушка, я на Стефаниду похожа? Меня поэтому так назвали? Тише, Стеша, так нельзя в церкви. Мама, я такой же красивой буду. Ну, конечно. Только тише. Ух ты, что здесь? Егор, так в церкви нельзя. Да ладно. Устроили. Ты умничка, молодец. А вы чего догонялки устроили? А ну, Егор, забирай банду и марш на улицу. Побежали. На улице бегайте. Побежали. Кто последний, тот и плачет. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! А родители-то где, Стеш? Они за какими-то дядьками пошли. Сначала мама, а потом папа. Помогите! Мамочка, папочка! Помогите! Возьми ее, не отпускай! Помогите! Тань, Толя, что же такое? Что случилось? Ну, уже закончила. Молодец. А Егор мне писал, что ты должна приехать. Молодцы, что переписываетесь. Я ему чаще. Да мне он тоже редко пишет. Ну, я пойду, тетя Поль, дед ждет. Ну, иди отдыхай. До свидания. До свидания. До свидания. Деда! Дед! Ух ты! Извините. Ничего, ничего. С вами нормально все? Ага. Ну, хорошо. Хорошие краски. Да. Разбираешься? Художница? Начинающая. А. Ну, до свидания. До свидания. Деда! Удачи. Дед. Это же не ваш велосипед. Это деда моего. Я лично изоленту на руль наматывала, понятно? Да, подвезти. А, велосипед рассчитан только на одного человека. А, ну да. А. Так. Так, давай. Давай помогу. Давай.
Спасибо. А ты бери велосипед, езжай. Нам с тобой все равно по одному адресу. Я уже поняла по краскам. Аккуратнее вазы. Я ее сама делала. Угу. Ты же художник? Угу. Только давно начавший. Спускайся домой. Привет! Соскучилась. Привет. Тебя не узнать, такая красивая. Слушай, вся деревня гудит, когда это вы с Егором до свадьбы додружились, а? Это он сам так решил. А ты не хочешь? А я учиться хочу. Да выходи за него. Вместе две свадьбы сыграем. Я вот с Пашей, ты с Егором. Устроим праздник, вся деревня будет гулять. Стежка, привет. Привет, Паш! Вер, здравствуй! Здрасте! Спасибо! Да-да. Видишь, перед будущей тещей очки зарабатывает. О, посмотри, важная персона, москвич. Здрасте! Здрасте. Увесистая работка. А вы чего, знакомы? Да. Нет. Да это мы. Я, в общем, он велосипед. Долго рассказывать. Да, где-то был человек-пароход, а это значит человек-велосипед. Ага. Ну, пока, Нил. Пока. До свидания. До свидания. Деда! Деда! Ай, не может быть! Наконец-то, ну! Это что такое? Как похорошела моя девчонка. Можно сказать, просто расцвела. А велосипед откуда? Я же его Боре отдал, да? На почту съездить. Где ты парня потерял? А я уже нашелся. А, ага, молодец. Давай, давай. Вот, ваза цела. Спасибо. Я тебя заждался. Проходи, заждался. Дед. Тебя прямо. А откуда они здесь взялись? Ребята, представляешь, прослышали про нашу реставрацию. Сами приехали. Да еще инструмент привезли, материалы. Боря, а Глеб у вас старший брат. И работящий, и талантливый. Ай, ага. И поселились тут недалеко. Пойдем, пойдем, пойдем. Как же я соскучился. Проходи, да-да. Деда! А я тебе привезла, что просил. Да. Ага. Так. А я тебе вот кое-что тоже, между прочим, приготовил, а? Как же я соскучилась! Кушай, кушай на здоровье. Вот. О, вот это подарок, так подарок. Между прочим, Борис, он, я тебе скажу, не просто талант. Он в макушку поцелованный. О нем когда-нибудь тут тоже напишут. Вот помяни мое слово. Дед, а чего ты мне его так расхвалишь? Потому что талант. Мы тут тоже сами с усами. Ну-ка, 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 ну-ка. Хотели в Москву забрать на конкурс, но я ее для родителей делала. Умница. Умница. Ну вот. Хорошо, да? Деда, помнишь, папа, когда уезжал, мама всегда болеть начинала. Всегда хотели быть вместе. И даже в несчастье. Глеб, я переделывать не буду потом. Давай сразу. Сразу нормально мешай. Я нормально мешаю. Глеб, ну темно же получается, не видишь? Нет?
Слишком густо, Глеб. Я еще ничего не сделал. Деда. Ну как? Глеб, ну что? А что ты сейчас делаешь? Очень. Вот тоньше слой клади, Глеб. Деда, а можно мне? Я переделать не буду, Глеб. Я знал, что ты запросишься. Ура! Конечно, не вот просто я, можно, я, нужно. Я, давай я так. Глеб! Кладешь, Глеб, спускайся ко мне вниз, больше толку будет. Вот. А ты к Борису. Я сам сюда делаю. А то, знаешь, они вот вроде родные братья, а иной раз как кошка с собакой. Давай, 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 давай. Виктор Андреевич, это вы нас еще в детстве не видели. Мы с Борькой так гавкались, просто... Все выясняли, кто из нас главный. Залезай. Хорошо. Вот тебе, вот одежда, вот одежда. А потом давай. Будешь ним прорабатывать. Хорошо. Осторожно. Но я-то так. Старше. Ну, Глебушка, спасибо. Это единственное твое преимущество. Да, это точно. Борьке достался весь талант. Надо отдать должное. Так. А что, я не прав? Хватит. Хватит вам обоим, балаболы. Все-таки не забывайте, где мы. А почему персты так выписаны? Это же новгородский канон, да? Ух ты, разбираешься? Ну. Да, ты знаешь, мне кажется, что вот новгородский более выигрышный. А мне нравится вологодский. Дед, скажи, я вот смотрю на все эти эскизы, зарисовки и не могу понять, где ты живописи учился. Там, где 99 плачут, а один смеется. Я тогда в художественном учился, а забрали меня прямо отсюда. Домой на каникулы приехал, а тут началось такое. Вот и меня за шкирку и в места не столь отдаленные. Но там, слава богу, повезло. Приставили меня к тамошнему писцу. Так на ихнем языке художников называют. В общем, все, что во мне есть, это от него. Да, неплохо он тебя писать научил. Он мне еще и жизнь помог сохранить. Может, для того, чтобы все, что он в меня вложил, даром не пропало. Чтобы я это мог как-то людям передать. Виктор Андреевич, Стешка у вас! Поехали Егора встречать! А чего она на станции не видела? Езжайте сами! Езжайте, езжайте! Она тут делом занята! Ладно, поехали, смола ждать не любит. Давайте, давайте. Деда, а кто приезжал? Да ерунда, не отвлекайтесь. Стеша, там у вас наверху белила, поднеси мне. Сейчас. Давай, я помогу, давай. Аккуратно. Так, так, так. Давай. Спускайся. Опа. Держи. Спасибо. Стеша! Ой! Ай, ну что ж ты? Ну, тихо, 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 тихо. Глаза не тихо, открывай. Не открывай. Подожди сейчас. Так, так, глаза не открывай. Ну-ка, подожди, подожди. А там. Деда. Ну, подожди, ну что ты смеешься, дурной? Вот так, а теперь открывай. Открой глаза, Стеша. Открывай. Открыла, помаргай. Да все нормально. Так, я промою, хорошо? На всякий пошли. Случай пошли, промой. Пошли, пошли. Хорошо. Дети. Да гопота к девчонкам в позе приставала. Пришлось себя вести, что неправо. Четверых положили, о! А где стих-то? Да церковь размалевывает. Я заезжал, дед не отпустил. Так невеста у меня художница. Аккуратно, аккуратно, руками ничего не трогай. Не вижу. Сюда, сюда, сюда. Так, тут аккуратно. Стой здесь, стой. Глаза руками не трогай. Так, подожди, подожди. Ага, давай. Давай, давай. Так, давай еще, еще. Ну-ка, ну-ка покажи мне. Ага. Так, все, все. Давай сама. Ага, сейчас. Напугала ты меня. Вот еще. Напугала-то. Легко же вас столичных напугать, да? Ах, вот оно как, а? Да знаешь, столичных.
А я, между прочим, тоже, знаешь, Ланской, да? У меня здесь даже имя не было. Тихо. Ланской? Да. А ну, получай. Да, Ланской, местные мы. Имение у вас было? Да, имение. Вот тебе. Да. Вот так. Я вернулся! Стежка! Привет! Ой, уже приехал! Ну что, малышка, соскучилась? Что это у тебя? Да нормально. А это что такое? Да, глаза промываем. Это Борис. Художник, помогает деду храм расписывать. Боря. Виктор Андреевич, наши вам! Здорово, дед Виктор! Привет! С возвращением, Егор. Здрасте. Здравствуй, Володя. А кто это? Егор, друг детства. Муж твой будущий. Ой! Поставь, пожалуйста, поставь. С приездом. А что это ты раздухарился? Олечка, Олечка, ну не буси. День какой сегодня. Сын из армии вернулся. Егор, за тебя! Ура! Стёх, у меня подарок для тебя есть. Нравится? Красиво. Ну так. Какой подарок? Какая красота. Верно, Паш? Наверное. Ожерелье. Какое ожерелье? Это муж. Да. Дед мой. Борь, тебе не стыдно? Наташка по тебе там в Москве сохнет. А ты к местной девице-красавице подкатить решил. Знаешь что, брат? Что? Минуточку внимания. Клюшка, дай хлеба. Да, тетя Коль? Раз все в сборе. Угу. Борис, стой. Компотик холодненький. Готовьте подарки. Это к чему? Дорогие сычане. Поль? Скоро свадьбу гуляем. Наша, что ли, с тобой, Поль? Опять? Да молчи ты. Егора и Стеши. О, молодца! Сюрприз! Перестаньте! Перестаньте хлопать! Мы еще ничего не решили. Я уже давно все решил, Стёх. Будешь у меня как у Христа за пазухой. Чё ты сидишь, музыку иди ставь. Уже играет командир. Правильно. Молодежь, танцуем! Давайте станцуем! А девица-то другому отдана. И будет век ему верна. Ну чего, Стеша? Вижу, не весело тебе. Я ничего не понимаю. А я понимаю, Стеш. Я же вижу, как ты на Борю смотришь. Стеша! О, пойду Пашку поищу. Угу. Пойди, пойди. Стеш, ну ты бы с этими братьями поосторожнее. Егор ревнует. Ты же его знаешь. Ну чего зря злить? Он же выпил, дурной совсем. Ну, жена почти. Понимать должна. Ну чего ты стоишь? Давай, вари. Да! Че молчишь-то? Смотрят, как на второй сорт. А я давно предлагаю брату удалиться по-английски. А он все типажи разглядывает. Ты че молчишь-то, а? Какие тут типажи, а? Почему? Почему? Ну, свадьбы еще не было, драться еще рано. Давай, давай. Все танцуем, танцуем, ребят. Значит, вместо того, чтобы спасибо сказать, что такую в семью берем, вы еще и носом воротите, да? Какую такую? А такую. Про нее до сих пор за глаза говорят, что она дочка вора. Так следствие предполагало? Это не следствие было, а цирк, и ты это знаешь. Да ладно. Сын твой сам эту кражу подстроил. Заткнись, пьянь. Да Толян просто не поделил ворованное с корешами. Вот они его и пырнули. Сам вор. И жену сгубил. Деда. Мой сын никогда не был вором. Не надо. И я это докажу. Долго что-то доказываешь. Постараюсь быстрее. Вы ведь и меня вором считали. Помнишь, Федька, помнишь? А потом все стало на свои места. И здесь, как докажу, встанет. Пойдем.
Вот я тебе. А ладно тебе. Муж. Помочь? Я сама. А это правда, что... Ну, там, что говорили. О родителях. Не все. 10 лет назад украли нашу икону. Мои родители погибли. Меня потом в интернат отдали, деду из-за возраста не оставили. Ну, а люди до сих пор судачат, что это мой отец виноват. Вот и все. Можно доказать, что он не виноват. Через много лет. У меня есть мечта прекратить все эти сплетни об отце, закончить это все. Может, я тебе помогу с расследованием? Спасибо. Ну, я попробую. Ну, мне пора. Ну да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Или кого другого? Егор, ты пьян, уходи. Чё-то как не родная ты, тихо, а? Егор, не трогай меня. Я сейчас деда позову. Я сама. Что ты делаешь? Егор, убери руки! Убери руки! Невеста не жена. Уходи. Знаешь, будешь женой. Скоро. Ясно? Здравствуй, тетя Лен. Здравствуй, здрасте. Егор. Секундочку, подожди, у меня очередь. Да некогда мне ждать. Мы со Стежкой женимся. Короче, ставьте нас на пятницу, часов на 10. Подожди, невеста должна быть здесь. С документами, заявлением, все как у людей. Невеста будет сразу на роспись, что непонятного-то? Спасибо, сынок. Стой, стой! Спасибо, Глеб. Да не за что. Подожди! Это дед собирает свое расследование. Ты чего?
Молодежь! А как мы сегодня работать будем? Будем. Виктор Андреевич уехал, сказал, что полностью нам доверяет самим. Куда тут. Уехал? Зачем? В Москву. На пару дней. Там, по делам. А ты не изыгрался с девицей красой, а? А если она мне нравится? А у нее жених. Бешеный. Ладно, разберемся. Опять все порвал. Да ладно тебе, батя, сейчас сделаю. Да что ладно ты, что ладно? А тебя дождешься. Все равно сам все буду делать. Слушай, подсохло уже. Вован, привет. Привет. Здорово. Привет. Егор, Стежка уехала с москвичом этим. Паша тоже с ними уехал. Куда уехали? В архив. Хотят все расследовать. Помоги, я должен разузнать, я ей обещал. Короче, Борис этот приставал к Паше. А ты была в Москве? Совсем маленькой. Хочешь, осенью приезжай. Город тебе покажу. А я, может, и раньше приеду? Да. В институт буду поступать. Понятно. А как же жених? Подождет, наверное. Так, Борь, допуск на тебя дали, идем. Так. Стеш, ты пока тут подожди, хорошо? Хорошо. В общем, дело я пролистал. Мутная история. Не зря все это закрыли. Там одна зацепка про нож, которым их убили. Понятно. Борь, слушай, тебе вообще интересно или ты так, очки перед Стежкой зарабатываешь? Интересно. Пошли. Егор, привет. Ты здесь? А я… А мы в архив приехали. Кто мы? И почему не я тебя сюда привез? Ну, раз ты в городе, пошли заявление писать, у нас с тобой завтра свадьба. Пойдем какая в машину. Свадьба? Подожди, я не хочу никакой свадьбы. Егор, я учиться дальше буду. Послушай, я тебя ждала, потому что тебе это важно было. Но ничего другого у нас с тобой не было. Я по-дружески. Не было, потому что берег. Для себя. Ты меня чего, за идиот держишь? В Москву собралась, не будет этого. Садись в машину. Егор, что ты делаешь? Мне больно! Отпусти меня, Егор! Что ты делаешь? Отпусти! Здрасте, тетя Поль. Стеша, здравствуй. Проходи, милая. А Егор за продуктами поехал. Вы молодцы, вы все так быстро решили. Ну а что? Любите друг друга, значит, и женитесь. А чего тянуть-то? Простите меня, тетя Поля, но только это не я. Это Егор все решил. А я не люблю его. Я вот только что это поняла. Тетя Поля. Тетя Поля. Помогите, что делать? Вы же с детства друг друга знаете. А Егору никто, кроме тебя, не нужен. Стерпится, слюбится. Ты плачь. Плачь. На свадьбах все невесты плачут. Я вон, знаешь, как плакала? Мать говорит, Полька, всю избу затопишь. Егор тебя любит. Очень-очень любит.
Поэтому я грубый такой. Здесь, значит. Кто там? Вам кого? Мне бы нужно повидать Платона Лаврина. Или Эдуарда Платоновича Лаврина. Здесь таких нет. Ну, уходите. Мне этот адрес дали в Союзе художников. Откройте на минутку, мне надо кое-что выяснить. Они здесь больше не живут. Ну, я прошу... Уходите! Я вызову милицию, слышите? Да слышу я, слышу. Не живут. Извините. Чернов Виктор Андреевич. Дед не звонил? При мне нет. Я волнуюсь за него. Я очень хочу, чтобы ты поехала со мной. Зачем? Ну, тебе надо учиться и... И что? Я тебя. Борис, смотри, какие у нас гости. Та-дам! Ну, здравствуй, Боря. Сессию наши красавицы уже сдали, так что могут остаться у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, мог хотя бы позвонить раз за месяц. А если бы Глеб Светке не позвонил? Привет, Борь. Здравствуй, Света. Ну, ты не рад, что ли? Рад. Вы извините. Я сейчас. Сейчас. Борис. Борис! Угу. Искал Лаврина. Напали в доме. А чего же мне люди звонят, жалуются, что бомжуешь, по квартирам ходишь? Кто слегавил, тот и сдал в солдаты. Походу и лопанули по полной. Документы, деньги. Лопанули. Слегавил. Сколько сидел? Не поверишь, начальник. Четверик. 25. И за что? Я в художественном учился. Приехал домой на каникулы, а тут церковь нашу взорвать приговорили. Ну и решил я самую ценную икону нашу, Стефаниду Дамасскую, спасти. В общем, спрятал я ее. Ну, а меня под белые рученьки. А когда мы церковь всем миром восстановили, я икону из тайника достал и на место вернул. А ты бы видел, как народ радовался. Да только недолго. Украли ее у нас. Вот ищу. На вот, дед, хлебни чайку, сейчас льда принесу. К шее приложишь. Вот, спасибо. Спасибо. Лед.
Это хорошо. Значит так, Борь, не успела приехать Полина, Наташенька, обратно, значит, это все между нами? Да между нами давно все, Наташа. Мы с тобой месяц назад расстались. Борь, ну, давай все изменим. Я буду такой, как ты хочешь. Наташа, твой автобус уезжает. Прости. Боря, так нельзя! Борь, я приехала, чтобы мы были вместе! Стежка, кто счастливая невеста? М? Понятно. Слушай, подруга, тебе нужно все бросить и уехать в Москву. Стеж, Москва — огромный город. Никто тебя там не найдет. Даже Егор. Ну, попроси своего Бориса, пусть тебя увезет. Нин, к Борису невеста приехала. Красиво. Ну ничего, ничего, мне можно. Стеж, ты насчет деда не переживай. Вернется. Да, роспись отменять не будем, ну все-таки там гости и все такое, да, подарки. А с венчанием подождем, пока дед не вернется. Я же понимаю, как для тебя это важно. Ну все, я тогда пойду, да, чтоб все по правилам. До завтра. В общем, дед, пробил я тот адрес. А Лаврин там больше не живет. Другие люди там. Съехал он. Это его старый адрес, я еще там понял. Но ведь у него же галерея. Через нее можно его найти. Да ты на ногу свою посмотри. Не могу. Чего? Шея не ворочается. А ты искать, искать. Сиди, жди, пока тебя заберут. Ну что вы тут, девочки, все хорошо? Да, хорошо. О, уже склеились. В чем дело? Боля. А ты мне не начинай. Не начинай. Опять здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, проходите. Кольца. Да, сюда. Так. Это так. А ну покажись мне. А ну покажись. На. Ой, господи, какой же ты у меня красивый. Да ладно. Виктор Андреевич в отделении. Его грабили, он без документов. Надо забирать. Попал к ним еще вчера, сообщили сегодня. Постой. Ты точно не хочешь предупредить Егора? Егор! Вот так. Че ты? Стежка уехала. Держится. Поехали! Давай быстрее!
еще раз не подойдешь, убью, тварь! Нет! Нет, Егор! Егор! Я выйду за тебя! Выйду! Поехали! Глебушка, может, поедем домой? Тебе отдохнуть надо. Стой! Глеб! Вылезай из машины! Глеб! Я сказал, вылезай из машины! Куда ты лезешь, Борька? Уйди, Глеб. Ты что, не понимаешь, что это за люди, а? Уйди, Глеб. Нет, ты не поедешь никуда, я сказал! Глеб! Уйди сюда! Вылезай из машины! Ладно, только я с тобой. Ой, едут! Едут! Ой, ой, все, слава богу. О, наконец-то. Ну, все хорошо? Да. Ну что? Где ты был, сынок, а? Федя, здесь стой. Да здесь, я здесь. Ну что там, Нина? Паш, лучше не спрашивай. С ума сойти, какие красивые. Сейчас, подожди, стой. Да нормально. Не-не-не, вот, вот сейчас вот. Вот, все. Ну, ну молодцы. Ну, с Богом. Только пусть меня не спрашивает, согласна ли, люблю. Идем. Не надо. Не делай это. Thank you.
что за... Поехали на птичник. Проходим. Я приехала забрать своего сына. А документики ваши можно? Депутат Ланская. Провести гражданку Ланскую к заключенному. Открой. Что-то так оно получится-то и там. Я во всем виноват. Поехали. Тебе нужно к врачу. Защита вызывает свидетеля Тернову Стефанию Анатольевну. Свидетель Тернова, вы можете рассказать, кто был зачинщиком драки? Свидетель, вы видели, кто первым на кого бросился? Я не знаю. Я не видела. Простите меня, я не могу. Стеша! 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 Ничего себе. На основании изложенного, руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил признать Смолова Егора Федоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за предумышленное убийство. И назначить что ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Оля, Егор ничего не виноват, это это! Оля, они на свадьбу ехали! А он первый полез! А она суд купила! А Егор ни в чем не виноват! Они любят друг друга, куда же его сажать-то? Вы в своем уме! Только поскорее, Борис. Хорошо. Святой Боженька, я виновата перед тобой. Господи, прости меня. Настави на путь истинный. Помоги мне, Господи. Я не знаю, что мне делать. Господи, не остави меня, Господи. Я во всем виновата. Что мне делать? Стеша! Я могу чем-то вам помочь? Вряд ли. Здравствуйте. Простите, вы не знаете, где сейчас Теша? Я не знаю, Боря. Борис, я не желаю, чтобы она приближалась к нашей семье. Если ты меня хотя бы немножко бережешь. Простите. Что ты, что ты? Уныние – грех, отчаяние тоже. Батюшка, что мне теперь делать? Исправить.
то, что можешь, и принять то, чего не можешь изменить. Стеш! Стешенька! О, Господи! Я буду ждать тебя, мой адрес, Борис. Спасибо. Так какая нужда в личной встрече с Лавриным? А что, доступ к телу ограничен? Ну, он очень важный человек на арт-рынке. Возможно, у него находится одна икона, очень важная для меня. Когда-то эта икона принадлежала моей семье. Икона Стефаниды Дамасской. Понимаешь, дружище, Эдуард Платоныч очень не любит, когда к нему подкатывают с подобными заявлениями. А деньги Эдуард Платоныч любит. Я готов очень щедро заплатить. Здравствуйте, тетя Поля. Как Егор? А ты как думаешь, на зоне? Мне бы адрес его. А, сдались ему твои письма. Уйди, видеть тебя не могу. Так такого парня за решетку. Воротила нос, а теперь никому не нужна. Ты не письмами откупайся, а сделай что-нибудь, чтобы Егор простил тебя. Да. Простите. Может, прогуляемся? Нет времени, Наташ. Нет. Ваш счет. Спасибо. И это такая благодарность? Ну, я все-таки посредника нашла. Наташа, огромное спасибо. Правда. Борь, мы только по таким поводам и видимся. Забыть пора и обиды, и ревность. Давай считать, что ты не ездил на какой Озерский, и кошмара там никакого не было. Ну, Боря... Не получается забыть, Наташа. Ладно. Так ты ради нее ищешь? Ну и где же твоя деревенская любовь? Что ж не спешит к тебе, а? Так сильно и нужен. Всего доброго, Наташа. Спасибо. Деда. М? Мне деньги нужны на поездку. Поможешь? На поездку? Ну, так это, конечно. Если нужно, так ты же знаешь, где деньги лежат. А я сейчас... Дед! Сейчас. Запуталась я. Я во сне все иначе вижу. И ни погони-то нет, ни драки. А потом, как проснусь, вспомню, что на самом деле случилось. Сейчас я. Вот. Это... Борис тебе оставил. Ждет он тебя. Нет, деда, нет. Из-за меня его брата убили. Мать его ненавидит меня и правильно делает. Не вини себя, Стеша. И Егора из-за меня посадили. Перестань, не вини. Тут моей вины больше. Вот остался бы рядом. Может, не дал бы этой беде случиться. Нет, у меня, видишь, ниточка в расследовании помаячила. Бросил все, помчался. Москву на поиски. Вот они, мои поиски, всем боком и вышли. Хоть бросай их совсем. Брата я Борису не верну. Хоть перед Егором свою вину заглажу. Егора никто под руку не толкал. Сам виноват. И наказание он заслуженное получил. Деда, а мне как с этим? Трудно. Но пережить это надо. И дальше жить.
Даров. Привет. Ну, все как договаривались. Ага. Спасибо большое. Все. Все. Давай, удачи. Здрасте. Ланской Борис. Да. А вы не Лаврин? Это я знаю. Садись в машину. Спасибо. Ну, садись. Алло. Алла Сергеевна, Бори увозят. А иначе бы не пустили. Здравствуй. Я вот передачу тебе привезла, а еще деньги. Вот. Возьми, пожалуйста. Егор. Я очень виновата перед тобой. Прости меня, что все так. Прости меня. Ну, раз женой назвалась. Меню, пожалуйста. Нет. Спасибо за встречу. Ну что вы, когда просит такая прекрасная женщина? Но вы согласились не потому, что я так прекрасна, а потому, что вы знаете, кто я. Моего сына задержали ваши люди. Прошу прощения. Действительно, немного перепрощили. Ну, вы тоже поймите правильно. Ваш сын абсолютно безосновательно стал связывать мое имя с украденной иконой. Эта икона с давних времен принадлежала моим предкам. Мы очень ценим историю нашей семьи. Вот, наверное, поэтому Борис и пытается везде ее искать. А при чем здесь я? Эта икона в 89-м году как пропала, так до сих пор никто не знает, где она. Нет, нет, не знают. Я, кстати, тоже не знаю. А сына можете забрать. Прямо сейчас. Угу. Еще раз извините. Открывай. Ты что, соображаешь, куда ты суешься? Мам, ну ты меня за ручку еще поводи. Надо будет, поведу. Я уже с Глебом вам дала свободу. Поехали вы в этот Озерск. И чем закончилось? Ты хочешь, чтобы они что-то с тобой сделали? Они думать не будут. Борис. Борис. Ты у меня один остался. И я не железная, чтобы спокойно наблюдать, как ты губишь себя. Пообещай мне, что эту девку из Озерска ты забудешь. Мало она нам горе принесла.
Грехи приехала замаливать? Так я не поп, тут не церковь. Я теперь ЗК. А ты жена ЗК. Кровь вытри. Конвой! Сюда не окончено. Хороша, правда? Да. Не хотелось бы мне, Пете, чтобы кто-то предъявлял на нее претензии. Но никто не узнает, что она у вас. Историю ее знаешь? Заступала за христианство, за некоего Виктора, особенно Риана. Его всячески пытались извести, а он все живой. Чудо. А Стефанида была женой одного из мучителей, вот и заступилась. А эти мучители две пальмы нагнули, ее к этим пальмам привязали за ноги и отпустили. Понимаешь меня, Петя? Я вас прекрасно понимаю. Эдуард Платонович, можете быть спокойны. Хорошо. С Новым годом! Ах ты! Дед, откуда бандиты про икону узнали? Ведь это же явно кто-то из нашего поселка рассказал. М? Дед! Я тебе про расследование. Расследование. Ты же знаешь, что из-за моего расследования случилось. Не дается оно. Вот судьба говорит, тормозни. Забудьте на время. Живите дальше. А ты что, на папу наговаривай, тоже забыть? Нет, деда, нет. Я все равно докопаюсь. Ты за что ж ты меня такими словами бьешь? Я не говорю забыть, я говорю на время. Да если что-то новое всплывет, если судьба знак подаст, да я же первый. Запах этот. Да. Голова закружилась. Ну, так. Очень похоже на то, что ты меня правнуком решил наградить. Деда. Ой. Ой. Это не ой. Это огромная радость. Деда, я тебе не говорила. Егор? Я понимаю. Понимаю. А чего мы теперь делать-то будем? Рожать? Кто бы тебе что ни говорил, кто бы тебе ни отговаривал, мы рожаем. Ты родишь мальчика и будешь счастлива. Ну, я узнавал. Виктор Андреевич, ну, здравствуйте, мой дорогой. А я к вам, так сказать, на Рождество приехал вас поздравить. Здравствуйте. Здравствуй, Боря, здравствуй. А как Стеша? Где она сейчас? Ну, она... Ладно, Виктор Андреевич, я за Стешей приехал. Нет, Боря, нет. Понимаешь, у нее теперь совсем другая жизнь. И теперь тебе приезжать не надо. Она замужем, считай. Так замужем или нет? Она его ребенка под сердцем носит. Деда, если так все 9 месяцев будет, я не выдержу. Поздравляю. Витамины. Стеша! Боря! Стеша! Стеша, ну что ты? Перестань. Мам? Да, Боря. Боренька, ну где тебя носит? Посмотри, какая у нас гостья.
Здравствуй, Боря. Привет, Наташа. С Рождеством. Тебя тоже. Иди переодевайся, мы тебя ждем. Ну да, сейчас. Наташенька, у меня только надежда на тебя. Проходим. Здравствуй, Егор. Ты ранен? Егор, пожалуйста, я прошу тебя, не делай этого. Я хочу тебе кое-что сказать. Остановись, пожалуйста, Егор! У меня будет ребенок! Егор, у нас будет ребенок. Аборт делай. Если бы у нас все по-человечески было, а то я даже не знаю, мой он или нет. Ты же знаешь, что у меня никого, кроме тебя, не было. И не будет. Узнаю, убью. И тебя, и его. Аборт делай. А ребенок, ты в чем виноват? Я рожать буду. Женишься, хорошо, нет, я и сама смогу вырастить. Теперь ты меня что замуж зовешь? Да пошла ты. Свидание окончено. Стеша! Стешенька, подожди! Стеш, мы тут у Егора были. Я рожать буду, уже ничего не сделаю. Ты рожай, рожай! Рожай, конечно. Это он тогда от злости все наговорил. А сейчас все по-другому будет. Ну. А когда он малыша увидит? А если еще мальчишка получится? Он тогда все простит. И к нам заходи, Стеша. Мы с Федором не чужие. И к Егору поезжай. Ждет он тебя. Очень ждет. Зачем звал? Здравствуй. Здравствуй. Сына без отцовщины не будет. Нас сейчас распишут, я договорился. Что молчишь? Опять не согласна? Ну, молодожены, печати уже поставлены, свидетельство готово. Расписывайтесь. Где расписать? Где галочка стоит? Так сказать, властью данной, горько! И ближе. Вот так, хорошо. Полечка, посмотри, красота какая. Да, да? Красота, да. Давай, грузи. Даже не верится. Вот как так? Не было человека, а ты вот он. Такой теплый, такой родной.
Такой человечек у нас. О, а это сюда. Давайте сюда положите. Стеш, можно мне на минутку? Ну, я подержать. Стешечка, ну, ага. я же не уроню. О, тетя Нина. О, маленький. Паш, смотри. Ой. Стеш, куда ты даешь чужие руки? Отойди. Тетя Поль, ну, я же не на минутку. Тетя Поль, головку держать не умеешь. Да? Не, и любишь ты погундеть, да. Полюшка? Да. Красавец. Денис Егорыч. В честь отца моего назвали. А папа наш деньги нашел на адвоката, да? Ой. Из Москвы. Стеша, они так дело обставят, будто Егор тебя от этих москвичей защищал. Да? Да? Полюшка, поехали уже. К бабушке едем. Едем к бабушке. Будем жить у бабушки, кушать оладушки. Стеша, а чего это ты решила? У свекрови жить? Это Егор так решил. Понятно. Приказы не обсуждаются. Пойдем. Деда, поехали. Ну, пошла. Догоню. Мы идем, да? Мы идем к бабушке, да? Растем. Растем. Ух, какой богатырь стал. Ух. Стеш, тут такое дело. Я деталь одну обнаружил. Угу. В связи с пересмотром дела Егора подняли все, ну, показания, улики. В общем, Глеб был ударен тем же ножом, что фигурировал в деле твоих родителей. Не поняла. Такой же или тот же? Тот же. Рана идентичная. По показаниям Егора, это нож его отца. Это что ж такое получается? Федор Денисович причастен к смерти моих... Ну, я еще никому не говорил, решил тебе сначала рассказать. Спасибо, Паш. Стеш, если хочешь, можем вместе пойти. Я сама, спасибо. За Дениской присмотрите. Случилось что? Просыпайтесь, Федор Денисович, просыпайтесь! Просыпайтесь! Стеша! Откуда у вас нож, которым убили моих родителей? Какой нож? Вы с ними заодно? Кто они? Как их имена? Я иду в милицию. Стой. Ванька Иванов и Петр Шмаков. Мои армейские товарищи. Приехали. Снег на голову. Стойте! Кто ж знал, что они тогда украдут нож? Даня! Данюш! И с твоими родителями такое. Опоздал я. Я не видел, как все произошло. Держись, Данюша. Они не они. А нож-то мой. Я испугался. Нож спрятал. Вдруг бы подумали, что это я. И вы все эти годы скрывали это. Их бы давно уже нашли и допросили. Они не доказаны. А потом я думал, что твой отец с ними заодно. Я об отце твоем подумал. А ты кричишь. У вас есть их адреса? А что это изменит? У вас есть их адреса. Можешь заявить.
деду рассказать. Только что это изменит. Родителей не вернешь. А деда, не дай бог, до инфаркта доведешь. Да и мы вроде как родичи теперь. Стеша, мы все от тебя теперь зависим. Не губи. Ваше счастье, что дед ничего не знает. Он бы вас в клочья разорвал. Ну что ты, все хорошо, милый. Мама рядом. Ситуация спорная, поэтому от вас будет зависеть исход дела. Что я должна сделать? Подтвердить на суде, что Борис и Глеб Ланские провоцировали Егора. Оскорбляли его словами, действиями. И главное, что возле ЗАГСа он вынужден был защищаться. Ну, это неправда. Я не могу этого сделать. Это же неправда. Но если вы хотите, чтобы ваш сын рос без отца... Послушайте, все видели, что Егор начал первым. Как быть? Главное, что скажете вы. Стеша, Борис преградил вам дорогу. Это он во всем виноват. Гражданка Тернова, подтверждаете ли вы, что Егор Смолов мог расценивать вашу поездку в Москву как похищение? Да. И использовал нож для того, чтобы защитить вас и защитить себя от братьев Ланских. Да, все подтверждаю. Спасибо вам большое. Ну, полусрока сына скостили. Я вам давай. Так благодарна. Только я так рада, что я вас... Вот мне вас посоветовали, это очень хорошо. Вот вы настоящий профессионал. Вы просто супер профессионал. Стеша. Пойдем, Боря. Стеша, иди, благодари человека. Спасибо. Это просто моя работа. Спасибо за сына. И что батю не сдала. Я оценил. Сыночек. Сейчас возьму. Ну, я беги к деду, он тебе даст. Осторожней. 3 года твоему. Поверить не могу. Мне бы такого. А у нас не получается все. Понимаешь, и по бабкам ходили, и по врачам, и молились. Ничего не получается. Не нужно. Ну, так, как Егор твой, когда приезжает? В этом месяце ждем. А ты не боишься? Вы же толком и не пожили. Боря.
Здравствуй, Стеша. Здравствуй, Боря. Вот. Посмотри, Стеш, какую работу нам привез Боря. Я, конечно, еще не мастер, но старался соответствовать всем канонам. Спасибо за икону, Боря. Эту работу, конечно, нельзя назвать иконой, Боря, но она замечательная. Мама! Денис! Я не досмотрела. Не прощу себя. Так, все, все, все. Сейчас мы успокоимся. Все будет хорошо. Мы уже в больнице. Ну-ка, садись. Все, посиди. Сиди спокойно сейчас, хорошо? Ну что? Ну? Что? Ничего опасного. Отравление, ожог слизистой оболочки. Мы его промыли, все вычистили. Сейчас перейдем в палату, ему нужно поспать. Не беспокойте его. Конечно. А вам, папаша, следует закрывать все опасные вещества под замок. Не забывайте, у вас маленький ребенок. Спасибо вам. Ну, все. Спасибо. Боря, прости меня за те слова на суде. Да ладно, Стеша. Я все понимаю. Получается, я тебя оговорила. Ты свою семью спасала. Ну, а что твое расследование сдвинулось куда-то? Нет. Хотя у меня есть адрес одного из подозреваемых. Но деду я пока ничего не скажу. Боюсь за него. Ну, хочешь, я съезжу, проверю? Или вместе Нет, можем? Нет, не нужно. Это наше семейное. Я сама поеду. Ну да. Тихо, тихо. Ну что? Что, мой хороший? Ну. Берем, открываем дверцу, ставим быстрее. Закрываем. Что нужно сказать? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сыночек, маме нужно уехать на пару дней. А ты слушайся бабушку. Обещаешь? Обещаю. Молодец. Счастливо. Всего доброго. Ну и куда ж ты все-таки едешь? Да, дед попросил в городок один. Там иконы. Пара дней, не больше. Ну, без долгих проводов. Пока, малыш. Пока, мам. Врет она. Сердцем чувствую. Вот дура с огнем играет. Думаешь? Да тут и думать нечего. Я не мог тебя сюда отпустить одну. Что, закончился? Вот здесь. Вот здесь мой муж работает. Ваня! Вань! Иди сюда. Что тебе надо, Вика? Иди сюда. Тут к тебе люди приехали. По делу. Кто такие? По какому делу? Добрый вечер. Здравствуйте. Федор Смолов дал нам ваш адрес. Кто? Федор Смолов, ваш армейский друг. Что-то не помню такого. Летом, в 89-м году, в Озерске, вы были на открытии церкви, так? Вспоминаете? Нет. В этот вечер пропала икона. Мы очень хотим знать. Может быть, вы что-то знаете об этом? Вы что, значит, иконами интересуетесь? Есть люди, которые очень хорошо заплатят за эту икону. Все, хорош трындеть, работать давай! Да сейчас, подожди! Давай! Значит, завтра с утра. Приходите, когда у меня смена закончится. Так. Ну, может, чего и вспомню. Вспомните. Да, завтра. Ну вот, поехали. До свидания. Слышь, Петя, тут твои иконы интересовались. Да не знаю кто. Деньги предлагали. Не-не-не, я не выдал, ты что, я могила. Но деньги все-таки нужны. Ну, давай. Давай, жду. А до утра он не сбежит? Да нет. Некуда ему бежать.
Спасибо тебе. И тебе спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я люблю тебя. С первого взгляда. Как только увидела тебя за работой, сразу же пропала. Я тогда раньше пропал. Когда ты у меня еще велосипед украсть хотела. Не ожидал, что так рано приедешь. Здорово. Давно тебя не видел. Здоров. А че за люди? Это лохи какие-то. Икону ищут. Деньги привез? Да-да, привез. Привез. Посчитай. Ух ты. Спасибо. По делу смерти родителей. А что туда поехала? Мне надо было, я и поехала. Что значит надо? С кем ты? Я сама. Что значит сама? Ты с ним? Я знаю, ты с ним, тварь. С ним, да? Отвечай, тварь! Ты с ним, с ним! Что делаешь? Не было. Нет, я не знаю. Милиция приедет. Я все уберу. А что случилось? Наверное, пьяный был. Под циркулярку попал. Да? Не верю я в совпадение. Отвези меня на вокзал. Мне надо домой. А мне кажется, мы что-то решили уже этой ночью. Нужна мне, Стеша. Боря, пожалуйста. Ты знаешь, я не одна. У меня сын, муж. А у тебя жена. Отвези меня. А где ты был? Привет, Наташа. Привет. Твой телефон не отвечает, Борь. Нам нужно развестись, Наташа. Боря, ты издеваешься? У нас семья, я люблю тебя. Я никогда не любил тебя. Я всегда любил другую. Прости. Брак – наша ошибка. Прости, Наташа. Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу ее! Ненавижу! 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 Thank you.
Тяжелая по скорой. Ирину Петровну вызывайте. Давление падает. Готовим первую операционную. Заходим. Стоять. За мою попытку побега и новый срок. Это за него. Че молчишь, шлюха? Сказать нечего? Я люблю Бориса. С первой встречи всегда любила. И у нас будет ребенок. Я тебе сейчас твоего ублюдка голыми руками выскребу, поняла? Только тронь. Тебе придется убить меня. Зачем так со мной, а? Я ж поверил, что мы семья. Пошла вон. Что случилось, Борис? В общем, она была нетрезвая. Врезалась на машине в стену. Это я во всем виноват. Я ей сказал, что мы разводимся. Что? Ну, что там? Ну что, у нее осложненная травма позвоночника. Так. Мы сделали все, что возможно. Теперь главное – реабилитация. И, конечно же, ваше внимание, любовь. Спасибо. Все-таки ты счастливая, Стешечка. Что бы там ни было, ты счастливая. У вас с Пашкой тоже все получится. Да, после трех выкидышей. Оль, ну куда ты лезешь? Ай. С улицы прямо в дом. Я не чай сюда пить пришла. Последишь, а потом кто Ириска вытирать будет? Здравствуй. Бабушка пришла. Идем к бабушке? Ты разводиться собираешься? Или Егор, когда вернется, рогами на всю округу светить будет? Собираюсь. И мой тебе совет – сгинь от греха подальше. Я уеду. Уедешь. А Дениска с нами останется? Нет. Ты еще себе принесешь в Подоле от принца какого заезжего. Ты думай, Поля, что говоришь. Я знаю, что говорю. Плохо знаешь. Дед, пожалуйста, ну? Не надо. Ай. Пойдем. Пойдем, Дениска, пойдем. Пойдем, Денис Егорыч, бабушка тебе пирожков напекла. Я Дениса вечером заберу. Угу, заберешь. Идем. Вот, осторожненько. Хороший. В Москву тебе надо, Стеш, к Борису. После той ночи он так и не позвонил. Стеш, сама позвони. Так, ну что, мы уже можем попробовать с тобой. Да. Да. Готова? Да, да. Так, попробуем. Просто страшно очень. А мы не спешим никуда. Так, так, давай вторую. Так, сейчас не спеши. Не спешу. Спеши. Так. Спеши. Так, ой, давай аккуратно, ой. Встаем, встаем. Аккуратно. А? Голова кружится. Кружится? Угу. Ну, хорошо. Так, давай сейчас. Вот, сейчас давай левой. Угу. Так, правой. Так, аккуратно вот до дивана дойдем. Правой. Левой. Садись. Сейчас сяду, секундочку. Садимся, садимся. Ну. Так. Ну, ничего? Нормально. Сейчас костыли принесу. Сейчас. Спасибо. Борис, ты у меня такой молодец. Я делаю только то, что должен делать, мама. Приятного аппетита. Спасибо. Вот тебе вилочка. Вкусно? Угу. Тетя Нин, тетя Нин, Дениска! Здрасте. Привет, Дениска. Заходи. Тетя Нин, там братик стучится. Дед за вами послал. Ну-ка, Дениска, пойдем. Пойдем.
Паша, быстрее! Паша! Дыши, дыши, родная, дыши, дыши. Больно. Не волнуйся, смотри, в каких условиях едем, а там еще мигалку включим, а? Нинка! Паша! Чтобы все знали, что преступницу везут в клетке. Дурочка, зачем ты такое говоришь? Ты дыши. Сама сказала Борису не звонить. Сама. Думаю, разберусь. Улажу все проблемы с Егором. Ага, с Егором уладишь. Струсила, Нина. Струсила. Паша, ну не дрова же везешь. Сам будешь уроды принимать, а? Два, ты дыши, дыши. Вы нашли время рожать. Да быстрее давай. Да еду, еду. Скоро, скоро в больницу уже. Вот ключи от машины и от квартиры. Возьми. Боря. Все, что я должен был сделать, Наташа, я сделал. Боря. Прощай. Так, вещи. Вещи забыли, дед забрал. Забыл вещи. Аккуратно, там телефон сверху. Телефон? А ну, держи. Ты мой хороший. Стеж, какие они у тебя красивые все получаются. Можно я возьму? Держи. Аккуратно. Ой, ой, мой сладенький, ой, мой маленький. Ой, как пахнет. Ой, лю-лю-лю-лю-лю. Стеж, держи. Это... Держи. Осторожно. А я пойду это Пашу поищу, наверное. На чужие уроды засмотрелся. Как только вас выпишут, забираем детей и переезжаем ко мне. Соскучился. А мама за братиком ездила. Сияет, как медный грош. За нового человека, что ли? Хоть тебя и стрюк, но... Идем, Денис. Тут человек от Егора приехал. Не хочешь про мужа услышать? До свидания. А может, пацану здесь интереснее? Может, он про батю хочет услышать? Ведь из-за тебя же не видится. Я сама расскажу. Если совсем тяжко станет, ты помни, мужчина он есть, потом нет, а дети – это навсегда, это твое. И разлучать их нельзя. Одна кровь, братья. Да. Ну что? Все, готово. Готово. Давайте помолчим на дорожку. Пора. Береги их. Все, пойдем. Давай. Пойдем, деда, пойдем. Ты звони. Опа. А как все уляжется, мы тебя заберем. Ты обо мне не думай. У тебя дети. Все, все, все.
Уехала. И Дениску с собой забрала. А ты как хотела. Дети у матери забирать нельзя. Не по-людски это. Сколько горя из-за нее было. А сколько еще будет. Да и горе из-под земли достанет. Он же человека прислал. Что же натворить? Здравствуй, мама. Здравствуй, сынок. Так. Денис, аккуратней. Давай сюда. Так, выходи, выходи. Выходи, выходи еще. Так. Это моя жена, мама. И мой сын. Сыновья. Здравствуйте. Ну, идите в дом. Идите. Здравствуйте. Ага. Это, между прочим, мама, твой внук. Все будет хорошо. Ух ты! Красиво. Я тут внучке твоей хочу позвонить. А она трубочку не берет. А я сам себе думаю, ну неужели внучка любимая дедуле родному новый телефончик не оставила? Не оставила. Передай Егору, чтобы отстал от нее. У него своя жизнь, у нее своя. И вам тут нечего делать. Валите. Дед, дед. Я же все равно узнаю. По-хорошему или по-плохому, но узнаю. Этого деда не такие пугали. Нравишься ты мне, дед. Ох, непростой. Ох, непростой. Ты говоришь, значит, ничего не знаешь, ничего не скажешь, да? И телефончик тебе новый не оставила. Никуда уехала, не сказала. Ни адреса, да? Зря мы это все. Мама твоя ненавидит меня. Зря я тебе сразу тогда не увез. А мама тебя полюбит. И внуков полюбит, и тебя. Мама! Тихонько, братик спит. Что? Там, к тете Буре, злая тетя приехала. Пойдем со мной.
Стеша, девочка моя. Ну, отзовись, отзовись, я тебя прошу. Тихо, мой братик спит. Ну, что теперь поделаешь? Посмотрим. Наташа, ну, я тебя прошу. Ну, зачем ты приехала? Захотелось посмотреть, на кого ты мне променял. Теперь понимаю. Я тебе не родила, а это двоих притащила. Причем одного сразу же. Мальчик, сколько тебе лет? 3. Пожалуйста, сразу 3 года. Наташа, уезжай, пожалуйста. А ты меня не гони. Я тебе пока что жена законная. А вот она приблуда, и дети у нее такие же. Мама, а что такое приблуда? Идем. Все, Наташа, уезжай, все. Нет, только этого не хватало. Стой! Я могу. Мам, смотри! Лови. Укладываться пора. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дениска! Давай домой. А ну, домой быстрей! Бегом, бегом, бегом. Поехали. Все нормально. Боря, они нас нашли.
Че? Это знак, предупреждение. Я боюсь. Я не знаю, как они нас нашли. Боя. Все хорошо, все, тихо, не бойся, не бойся. Все. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ну, всего доброго. Спасибо. Распишитесь. Привет. Хочешь покататься? Денис! Хочу! Денис, иди ко мне! Давай, иди к дяденьке, а? Куда вы его уносите? Денис! Слушай сюда. Ты возвращаешься с сыном Егора. Этот остается здесь. Иначе мы сожжем весь дом и убьем всех, кто в нем. Поняла? Стеша! Это было последнее предупреждение. Стеша! Я возвращаюсь к мужу, не ищи нас. Что? Я возвращаюсь к мужу. Стеша, ты испугалась? Спокойно, сейчас приедет полиция. Все будет хорошо, Стеша. Мы все это закончим. Нет, будет поздно. Все, я так решила. Что ты говоришь? И забирай этого ребенка. Стеша, он ты что делаешь? Нужен. Что забирай делаешь? Забирай. Стеша! Стеша! Боря, отпусти ее! Пускай едет! Пускай едет! Поехали. Пускай уходит! Стеша! Пускай. Подержи. Подержи давай. Пусть едет. Пусть она едет. И закончатся все наши беды. Оставьте нас в покое. Слышите? Я ненавижу вас. Будьте вы прокляты. Спасибо. Здрасте, Снимания Анатольевна. Здравствуйте. Привет. 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 Здравствуйте. Дениска. Смотри, какая картина. Будьте умницей. Не хорошо? Не волнуйся, мам. Пока. Старшеклассники рисовали. Да, когда и мы такие будем рисовать? Идемте, девочки. Вы подготовились к уроку? 5, 6, 7, 8, 1. Я когда вырасту, милиционером стану. 3, буду с бандитами драться. 4, значит, ты с нашей Бденькой 1, придется драться. А я тут при чем? Мои родители сказали, 4, что твой отец бандит. 5, значит, и ты будешь бандитом. 6, чёрт, ты давай, бей! А ну, зашли! По фону чуть светлее. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Вот, снова сорвал тренировку, устроил драку. Дениска. Пожалуйста. Приятного аппетита, Егор Федорович.
Ну, скажи хоть что-нибудь. Что нового? Все по-старому. Может, тебя к врачу отвезти? Пусть посмотрит, что с тобой не так. Я сколько уже дочку хочу, а? Все со мной так. Просто пока не получается. А у тебя все просто. Аккуратненько. Ах, какие. Он заманчиво звал, чтобы я рисовал что-нибудь. Ну, на, а пей. Деня! Ногу убери. День, иди сюда. Ну иди, иди. Вот портрет получается. Иди ко мне. Сын мой! Глаза смотрят не на меня. Денис, взгляд идем со мной. Прекрасен, ну, мам! Но очень печальный. Ай-яй-яй-яй, девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Без тебя я жить устал, я тебя нарисовал. Стой! Ты что, меня перед людьми позоришь, а? Че ты лезешь? Мы с сыном уходим. Что? Не бей маму! Уйди! Тронь!
Это что? Рожать от меня противно, да? Че молчишь, дрянь? Не трогай маму! Сынок! Подойдешь, убью! Денис, сыночек, успокойся. Опять кровь из носа. Да что же это с тобой, а? Когда я подрасту, я тебя отвезу далеко-далеко, где тебя никто не найдет. Бонжур. Здравствуйте. Бонжур, Дени. Бонжур, мадам Зина. Comment ça va, aujourd'hui? Tu vas bien? Ça va bien. J'espère, vous êtes prête pour la leçon. Да не, надеюсь, вы готовы сегодня к уроку? Oui. Ну, хорошо. Пошли заниматься. Нина! Стеша, наконец, родная моя! Привет! Привет! Ой! Ну как ты? Ты с новостями? Ну конечно, Стешечка, конечно! Я переживала, тебя давно не было. Да, все, никак времени не было. Ты как? Все так же терплю. Там видео, фото, все смотри. Как они? Ну как, Борис открыл свою галерею, теперь он художник, бизнесмен. Как-то так. А женщина рядом с ним есть? Я не видела. Стеш, слушай, ну позвони ему. Ну скажи, люблю, жить не могу. Вот я бы позвонила. Точно. Да не могу, я их под удар ставить. Егор всю мою жизнь отслеживает, понимаешь? Видео, видео смотри. Восьмое марта, славный денек. Мама поздравит каждый сынок. Каждая дочка, как не мала, маму поздравит 8 числа. Мама, мама, мамочка, я тебя люблю. На 8 марта подарок подарю. Стешечка. Я так у одной трое суток стоял. О, едет. Поговорим. Сын, ты молодец, что за маму заступился. Теперь я вижу, что ты настоящий мужик. Совсем взрослый. Держи подарок. Никогда их не снимай, понял? И я всегда к вам с мамой смогу прийти на помощь. Спасибо, спасибо! Едут. Посиди здесь, ладно? Угу. Давай. Никуда не выходи. Хорошо. Thank you.
кто водитель забрал? Да, мам, привет! Денис, сыночек, ты где? Все в порядке? Да, у нас с папой все хорошо. У нас тут дела. Какие дела? Почему ты ко мне не зашел, ничего не сказал? Да я хотел! Денис! Ничего, только царапины. Слава богу. Ну, мам. Родной мой, ну как так? Ну, мам, все в порядке. Я спрятался, как папа сказал. Не смей тянуть в эту грязь моего сына! Ты слышишь? Он и мой сын тоже. Никогда не смей! Мне всю жизнь поломал, ему не дам! У вашего сына часто высокая температура? Бывает, да. А синяки? Кровь носом часто? Что с ним? Лучше показать специалисту. Ну что? К сожалению, анализ положительный. У вашего сына лейкемия. Что? Что это значит? Это рак крови. Ты что говоришь? Это мой сын! Егор! Мой сын, Егор, понял? Успокойся, успокойся. Что нам теперь делать? Не волнуйтесь. При пересадке костного мозга шансы на выздоровление большие. Нужен подходящий донор. Но ехать нужно сейчас. Сейчас, подожди. Стех, мне исчезнуть нужно. На время. Господи, ты в бега? А мы как? Вас не тронут, при вас охрана будет. Нам сына надо лечить, а не от твоих бандитов бегать. К сожалению, вы оба в доноры не подходите. Извините. Постойте. Да, слушаю вас. Есть еще один вариант донора. С большой вероятностью совпадения. Это Глеб, брат Дениса. Даже не заикайся. Кого хочешь ищи, но не этого. Смола валить надо. Я сказал, сейчас! Если Денису не помочь, он умрет. Ты понимаешь это? Это наш сын! Так помогай. Но чтоб художнику своему не совалось. Узнай и убью. Рюкзак надевай. Угу. Быстрее, быстрее. Все, идем. Что-то случилось? Вы куда? Валя, мы уезжаем к Егору. Сейчас трудные времена, поэтому никому ничего не говорите, хорошо? Хорошо. Все, идем. Ну все, идем. Федорович?
Все хорошо. Мам, а мы правда к папе едем? Нет. Папа очень расстроится, когда поймет, что мы уехали. Пусть это останется нашей тайной. Хорошо? Здесь сразу за все. Пребывание, лечение и операция. И за то, чтобы вы взяли моего сына без документов. Мой муж ничего не должен знать. Хорошо. Допустим, я могу предоставить для вашего сына личную медсестру. Я могу оформить его под своей фамилией, Дунайцев. Но вопрос не в этом. Вопрос-то в доноре. Донор есть. Мне нужно немного времени. Ладно. Мы пока проведем общее обследование. Ну все. Тебе нужно остаться. Ничего не бойся, все будет хорошо. Я буду приходить. Только помни о нашей тайне. Никто не должен знать, что ты – это ты. Даже папа. Хорошо? Хорошо. Мам, я умру? Ну, конечно, нет. Вот как ты скажешь себе, так и будет. А ты скажи, я справлюсь. Я справлюсь. Обещаю. И я справлюсь. Ложись. Thank you.
Вика, Глеб, не бегайте. Ну, иди ко мне, иди. Ну, куда ж? Идите вниз рисуйте, к другим. Ну, у тебя же папа художник. А у меня еще и мама художница. А если вы будете на нас кричать, я все папе расскажу. Поехали! Жалко. Да, мама. Все, мама, вообще темная история. Тонь, я здесь. Ну как? Да никак. Им, видите ли, уборщица с высшим образованием нужна. Да ладно. Нормально вообще? Представляешь? Вам кого? Я по поводу работы. Заходите. Идем, пойдемте. Мишка. Аккуратней. Мой Мишка. Под ноги. Идемте. Тетя, а как тебя зовут? Называй просто тетей. Хорошо. Глеб, ты где? Глеб, пойдем. А ваша работа в другом заключается. За детьми я смотрю. Глеб, пойдем. Кушенька! Беги! Здравствуйте! Моя. Здравствуйте! Ну как она себе? Все хорошо. Да, она у нас умница. Да. До свидания. Опа. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, папа. Сынок. Здравствуйте, а? Борис Ильич. Как дела? Знаете, я переживаю о Глебе. Он не слушается. Говорит о маме, как будто бы она где-то рядом. Ему очень не хватает женского тепла. Ну, возможно. Возможно. А вы как ему сказали, что ее нет? Умерла? Глеб, иди в машину. Ладно. Мы ему ничего не сказали. Ее просто нет, и все. А психологи советуют в таких случаях сказать «умерла». Я курсы проходила. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ну, сейчас к бабушке поедем. Да? Так, ходим. Поехали. Леночка, срочно зайдите ко мне, пожалуйста. Я договорился по поводу лечения вашего сына. Мы сделаем это так, чтобы никто из посторонних ничего не Хорошо. Знал. Как вы и просили. Спасибо большое. А если Глеб не подойдет? Значит, мы обратимся в Международный реестр доноров. Но, как вы сами понимаете, не хочется терять времени. Поэтому в первую очередь давайте обследуем брата. Разрешите? Да, Леночка, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Познакомьтесь, это наша лучшая медсестра, зовут ее Елена. Она будет вести лечение вашего сына, и она же обследует Глеба. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, все, молодцом. Сейчас давай тебя послушаем. Поднимай футболку. Дышим. О, хорошо, стараемся. Теперь поворачиваемся спиночкой. Давай, иди, иди сюда. Опускай футболку. Все, общее физическое состояние в норме. Хорошо. Осталось сделать анализ крови. Вызову к себе в лабораторию. Ну, ты как, Глеб? Смелый мальчик, да? Смелый. Смелый? А уколов не боишься? Боюсь. Ой. Алло? Борис Юрьевич, здравствуйте. Из садика вас беспокоит. Нет, нет, с Глебом все в порядке, не волнуйтесь.
Тетя, а ты прячешься, да? Я сдача анализа. Во вторник 12. Пусть это будет наш секрет. Ты никому не скажешь? Никому, особенно воспитке. Она противная. К папе моему встает. Он тоже выйдет. Она противная. А ему такие не нравятся. А какие нравятся? Думаю, такие, как ты. Познакомьте вас с папой. Можно побыстрее? Вы и так отнимаете наше время. Следующий. Интересная штука жизни, Алла Сергеевна. Наша мелкота, вон как сдружилась. Не сегодня, завтра. О свадьбе будем думать. Не рановато ли вы о таком думаете? Ну, самое время. Хороших женихов и невест быстро разбирают. Да вы что? Да. Будем знать. Ну, вот это зал, где находятся портреты. Прошу прощения. Да. Эдуард Платонович, поздравляю. Спасибо. Добрый вечер. Очень хорошая работа, мне нравится. Спасибо, что пришли. Глеб. А это кто? Тетя одна. Красивая? А ты где видел эту тетю, Глеб? Ну... Борис. Ты посмотри на свои рисунки. Если бы ты не бросил Наташу, у Глеба была бы мама. И он бы не рисовал вот эту, которую ты рисуешь. Сон к себе мани, в няньки я к тебе взяла, ветер, солнце и орла. Улетела. Стеша, Стеша! Да? Иди сюда. Ну что? Донор и реципиент совпадают по всем трем локусам. Глеб подходит идеально. Тихо, тихо, Дениску разбудишь. Теперь надо Глеба подготовить. Ему как донору в течение 10 дней препараты надо принимать. Ну, получится. 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 Так, посмотрели на меня. Все помним правила поведения? Да! Разбирайте игрушки и играйте. Построже. Я дайте, пожалуйста, мячик. Это укушать непонятно. Это точно. Спасибо. Представляешь, я всех привела на прогулку, она стоит. Ну да. Она такая заумная. Держу. Оп. Теперь ты. Оп. Бросай, бросай! Куда это больше? Оп! Лика! Дай мне руку, я вытащу тебя. Давай ручку! Молодец! Лыви! Лика, умница! Лика упала! Посмотрите, все мои! Вот так иди ко мне! Так Лика, Лика, я же говорила тебе не подходить к воде. Ну что же теперь будет? А вы вообще не лезьте, занимайтесь своими делами. Отнесите ее в группу, скорее. Иди сюда. Так, чего стоим? Построили все на детской площадке? Быстро! А ну, пошли, пошли, давайте. Здорово. Борис сюда своего малого привозил. В регистратуре проверили? Тебя ждали. А чего меня ждать? Иди проверяй. Привет. Папа! Папа!
Только помни о нашей тайне. Никто не должен знать, что ты – это ты. Даже папа. Смоловых нет. Барышня, гляньте еще раз, пожалуйста. Денис. Смолов Денис, 9 лет. Посмотрела, нету. Нету? Ага. Слушайте, а может он под фамилией матери лежит? А гляньте-ка, Тернов. Денис Тернов. Тернов. Да. И Терновых нету. Нету. Да не переживайте, обязательно найдете. Таких профильных клиник в Москве немного. Я не переживаю. Тихо, пардон. Тихо. Анализы моего Дениски Дунайцева отметьте, пожалуйста. Глебушка, иди сюда. Иди сюда. Давай. Глебушка, а давай поиграем в игру? Давай. Только об этом никто не должен знать, хорошо? Да. Надо скушать вот эту витаминку. Она сладенькая. Не бойся. Пи-пи-пи-пи. Молодец, Глебушка. А если по-честному, ты кто? Я? Я тебе расскажу, обязательно. Но сначала мы должны пройти 10 уровней, а потом начнется самая важная игра. Получить награду и лишнюю жизнь? Да, но только не лишнюю. Это жизнь одного мальчика. Бегом. Нина, тебя ищут везде, пошли быстрее. Такое больше не повторится, Эдуард Платонович. Мы примем все необходимые меры. Да. Вот она. Ну, вот наконец-то. Она. Мы вас ждем. Это и есть наша спасительница. Вот. Здравствуйте. Наша новая сотрудница Нина. Спасибо, Ниночка, вам за дочь мою. Ну что вы. Я ваш должник, так что обращайтесь. Приходи ко мне, я свою коллекцию кукол покажу. Слово моей принцессы – закон, так что мы вас ждем. Да, дочь? Угу. Да, вот еще. Возьмите, пожалуйста. Обращайтесь. А вот здесь у меня находится небольшая, но очень ценная для меня коллекция периода начала эпохи Возрождения. А сейчас я тебе покажу свою коллекцию. А вот на этой стене у нас тоже произведение искусства. Вернее, фотографии произведения. Узнаете? Нет. Прошу. Вот. Женился на актрисе, теперь ни Ликуша свою маму, ни я свою жену не видим. Сплошные съемки. Нина, смотри, какая у меня коллекция! Страсть к коллекционированию – это у нас семейная. Сейчас покажу! Скажите, а что вы еще собираете? Ну, а вас что-то интересует? Икона. Нина! Смотри, какая у меня красивая! Вообще иконы или конкретные? Конкретные. Икона, из-за которой погибли мои родители. Стефанида Дамаска. Она у вас? А вы кто? Эдуард Платонович, вы... Простите, мне надо идти. Кто это? Очень интересная девушка. Уборщица в Ликушином садике, которая
очень интересуется моей иконой. Привет, Серега. Мне нужна информация по одному человечку. Привет. Мам, я папу видел. Когда? Где видел? Во дворе, в окне. Но он меня не заметил. Точно не заметил? Точно. Мам, мы долго будем прятаться? Потерпи немного. Тебе надо вылечиться. Вот распечатка по деду. Звонков никаких нет, есть только одна смс-ка. С адресом. Московская область, Новая Рига, Комарова, 12. Подпись. Лаврин, сын Платона. Дед после этой смс-ки и уехал. Жалко, что меня не дождался. Я бы его подвез. Егор, ну сил нет смотреть, как ты изводишься. Ну, прости ты Стешу. Я ее давно простила, и ты прости. Прости и отпусти. У тебя еще будет. Другой не будет. Одна она. И моя. Батя, лучше уложись спать. Он уже перебрал. Я все узнал. Она в садике. Под чужим именем прячется от мужа. Он у нее авторитет, смола. А девичья фамилия Чернова. Внучка того деда, который нашу икону прятал. И дочка зарезанных тогда родителей, да? Ты же мне клялся, что за ней смертей нет. Обещал Петя. Ну да. Были проблемы. Но кто это знает? Ваньки Иванова давно уже нет. Да ты сам за эту икону убил бы кого угодно. Только не надо примерять на меня свои грехи, Петя. Не надо. Разочаровал ты меня. Пошел вон. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Догонишь. Глебушка, осторожней. Ну, не балуйся. Глеб. Ага, папа, я в домике. Глеб, ну все. Идем, принцесса. До свидания. До свидания. Глеб, пока. А я все думаю, о ком это, Глеб? Тетя, тетя. Здравствуй, Стеша. Уходи, Боря. Нас не должны видеть вместе. Что случилось, Стеша? Уходи, Боря, уходи. Нас с Глебом дергают в больницу. Какие-то анализы непонятные. Что случилось? Так, так, рассказывай. Глеб и мой сын, говори. Прости меня. Ну, Стеш, ну. Денис тяжело болен, у него лейкемия. Поможет только операция. Если Глеб будет донором, он подходит. Я хотела тебе сразу рассказать, но я боюсь, за нами все время следят. Егор категорически против. Он пойдет на все, лишь бы мы только не увиделись.
Даже ценой жизни собственного сына. Ну. Ну. Мы сделаем операцию. И спасем Дениса. Он выздоровеет. Все будет хорошо. Спасибо. Глебу как донору нужно принимать вот этот препарат. Ага. Каждый вечер. Хорошо? Спасибо. Ну, что ты будешь? Сырнички со сметанкой? Угу. Борис. Глеб, ну почему так иди долго? Сюда. Сейчас, мам, сейчас давай. Поедем, сейчас. Ну, иди ко мне. Как ты? Хорошо. А? Борис, давайте быстрее. Идем, ну, идем, вы? Идем, едем. Давай. Все хорошо, а? Да. Глебушка, садись в машину. Давай, садись. Ну, честное слово, столько времени потрачено. Стоим, ждем его. Да, Глебушка? Поехали. Да? Поехали, поехали. Сырнички приготовить. Что надо? Братва шумит. Ты девку ищешь? А ты что, сватаешь? Да, есть одна. С двойной жизнью. Тернова, Смолова. Нужна? Нужна. Нашел ее. В саду работает. По чужой фамилии. Бери ее и вези домой. Я сейчас буду. Арлайт. Эдуард Платоныч, к вам старик просится. Сказал представить его Тернов Виктор Андреевич. Проходите, пожалуйста. Давно хотел с вами познакомиться. Отец о вас рассказывал. Я приехал за иконой. Отец тоже был одержим идеей ее заполучить. Всю жизнь мучился вопросом, как она пропала. Тогда она не пропала. Когда взорвали церковь, я ее просто спрятал до времени. А когда мы церковь восстановили, она вернулась к людям. И вот потом действительно пропала. Она у вас... А почему вы говорите, мы восстановили, когда деньги на реставрацию давал я? Ты себе не приписывай. Мы всем миром собирали, по копеечке. А ты считаешь, что их копеечек хватило бы? Да если бы не я, до сих пор на месте вашей церкви пустырь стоял бы. А чего ж ты тогда молчал? Чего ж ты скрывался? Если ты такой правильный, защитник духовности, чего ж никто не знает, что ты такой большой меценат, новый Сава Морозов?
Да мне все равно, знают, не знают. Я это делал не ради славы, ради искусства, ради сохранения истории, ради своего отца. Ты знал, что когда церковь постановит, я достану икону из тайника, и твои люди смогут ее украсть. Вот ради чего ты помогал строительству. Ради вашей с отцом одержимости обладать Стефанидой Дамасской. Старик, у меня нет иконы. Вся эта история больше похожа на миф. А убийство двух невинных людей тоже миф. Мне искренне жаль. Я совсем недавно узнал об этом несчастье. Я помогу в поимке преступника и в его наказании. Я в долгу перед вашей внучкой. Это она спасла жизнь моего ребенка. А кто спасет ее жизнь? Ну что, птичка, долеталась? Тихо. Кто-нибудь, помогите! Эх, не была бы ты, Смолова, я в тебе. Сюда! Что случилось? Вызывайте милицию! Садись. Милицию звони. Доброе утро, Эдуард Платоныч. Я решил вопрос уборщицы. Ее увозят, и она больше никогда не будет интересоваться иконами. Мне обещали авторитетные люди. Угу. Ты что, не рад, Эдуард Платоныч? Я так понял. Ты этого как раз хотел? Этого, Петя. Да не этого. Ну ты и сволочь, Лаврин. Слить меня хочешь? Я тебя за собой потяну. Ты тоже будешь отвечать за эту кражу. Послушай, Петя, я купил у тебя вещь, потом эту вещь продал. Я бизнесмен, вот и все, но не бандит. А тебе придется за все ответить. И запомни, смеется тот, кто сильней. Не грусти. Папа! Вот и все. Вы свободны, вот ваш пропуск на выход. И спасибо за сотрудничество, мы его долго искали. Спасибо. До свидания. Эй, боец! А? Заходи. Рано радуешься. Егор знает, где ты своего пацана прячешь. Разговоры. Может, уже и забрал. Проходи. Я хочу к маме! Эй, это что значит? Вы что делаете? Да какое вы имеете право? Сыночек! Мама! Отпусти! Отпусти ребенка! Отпустите ребенка и поднимите руки! Спокойно, начальник. Здесь твой легавый восторг лишний. Отец приехал забрать своего сына. В чем проблема? Никакого криминала. Отпустите ребенка и поднимите руки! Thank you.
Все хорошо, давай. Все в порядке, не волнуйся. Просто от волнения кровь носом пошла. Ну что? К сожалению, мы его упустили. Егор не отстанет. Он добьется своего любым путем. Не беспокойтесь. Выставим охрану в больнице и здесь у палаты. Я распоряжусь. А вы спокойно занимайтесь лечением. В принципе, к операции все готово. Осталось привести донора. Завтра с утра мы можем оперировать? Да. Я позвоню Борису. Аккуратнее. Глеб! Пап! Иди сюда. Папа! Иди сюда. Иди ко мне. Здравствуйте. Я Глеба забираю. Как? Алла Сергеевна сказала, что она сегодня его забирает. Ну ничего. Нам нужно пересдать один анализ. Срочно. Надеюсь, ничего серьезного? Он же мне как родной. Да ничего, вы не волнуйтесь. Все хорошо. Пойдем. Пошли. До свидания. До свидания. До свидания. Подъезд, через него окажетесь на параллельной улице, ясно? А ты слушай тетю Лену, это тоже игра. А приз какой? Встреча с мамой. Давай бегом. Быстрее, бегом. Побежали. Сюда. Идем. Здравствуй, солнышко. Привет! А мы с папой так быстро на машине ехали. Жух. А где Борис? Он скоро подъедет. Все, надо готовиться к операции. А Глеба уже нет. Вы что, ополоумели? Где мой внук? Его ваш сын забрал. Они его в больницу везли с медсестрой. Что с моим внуком? Так вот телефон медсестры. Я вас всех под суд отдам. Слышали? Помнишь, я обещала рассказать тебе, почему мы должны выиграть эту игру? Чтобы получить награду жизни. Правильно. И это жизнь твоего брата, Дениса. Денис, а это твой брат Глеб. Я сразу понял, что ты моя мама. Ты хорошая. Спасибо. Иди сюда, родные мои. Пора. Внизу. Пересадка уже началась. В регистратуре мы записаны под фамилией Дунайцев. Поднимайся к нам на второй этаж. Ага. Дунайцев. Денис Дунайцев. Да, Дунайцев есть. Проходите на второй этаж. Я так и думала, что к этому причастна ваша внучка. Нашей семье от вас только одни беды. Ну зачем вы? Она же вам такого внука подарила. Солнце, а не мальчишка. Спасибо. Пожалуйста. Извините.
Ну, здравствуй. Я не могла иначе. Ну что? Операция прошла успешно. Риска для жизни нет. У вас замечательные братья. Чуть-чуть, все хорошо. Глеб спас Дениса от смерти. Денис будет жить. Я знаю, как это потерять сына. Простите меня. Простите меня. Простите. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. И что Стеха на тебя так заклинило-то, а? Целуюсь я хорошо. Смешно, а? Сейчас посмотрим. Это Боря. Ну, наконец-то. Боря? Здравствуй, жена. Что Дениске помогла, молодец, но пора в семью возвращаться. У нас здесь, Борька, спор один возник. Хотим тебя видеть. Да, Борь? Ты приезжай к нам. Куда? Ленинская, 48, заброшенный завод. Только ты одна приезжай, Стих. Да? Я приеду. Ну все, ждем. Что с Борей? Ничего, все хорошо. Я как раз к нему еду, родные мои. Маме нужно уехать. А вы будьте всегда вместе, несмотря ни на что. Угу. Я вас очень люблю. Я тоже очень люблю. Ты куда идешь? Скажи правду, Стеш. Скажи. Я ее любил, а она все эти годы тобой брезила. Ну ничего. Одна? Одна. Боря. Боря. Ну зачем? Зачем ты приехала? Зачем? Я не могла не прийти. Очень трогательно. Только ты моя жена, не его. Я с тобой, потому что всю жизнь чувствовала себя виноватой, что из-за меня тебя посадили в тюрьму. Заткнись. И во мне был твой ребенок. Я вынуждена была жить с тобой всю жизнь. Сейчас я разрешу твою дилемму. Егор, остановись. Что? Ради него готова пожертвовать жизнью? Ради меня на что ты готова? Ради меня на что ты готова? А? Для меня ты что сделала? Не можешь жить без него? Ну тогда не живи. Стеша! Стеша! Тихо, 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 моя маленькая, тихо, 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 родная моя. Сейчас, сейчас, сейчас в больницу поедем, сейчас. Здесь раненая. Чем стоит на месте, работает ОМОН. Оружие на пол, руки за голову. Я сказал, оружие на пол. Хорошо. Я продам вам Микону. Деда, а почему она плачет? От радости.
Она же домой вернулась. Ее бабушка вернула. Мы все вместе ее вернули. Обручается раб Божий Борис и раба Божья Стефания. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деда, а почему и мама плачет? А тоже от радости. Она ведь тоже вернулась. Пошли со мной. Держи клетку. Держу. Ой.